Здравствуй, дорогая русская цивилизация! Париж готовится принять Олимпиаду. Наших с национальными флагами и гимном там, естественно, никто не ждет. Тем, кто очень хотел, предложили приехать под белым олимпийским флагом, подло назвав его нейтральным. Большинство наших отказалось ехать, но, разумеется, нашлись и те, кто с удовольствием возьмет в руки белоснежное полотно. Итак, по именам сайта Международного олимпийского комитета: велоспорт Тамара Дронного приглашение принято, Алена Иванченко приглашение принято. Глеб Сирица, приглашение принято. Гимнастика. Батут. Анжела Блацева, приглашение принято. Теннис. Данил Медведев, приглашение принято. Роман Софиулин, приглашение принято. Екатерина Александрова, приглашение принято. Мира Андреева, приглашение принято. Павел Котов, приглашение принято. Диана Шнайдер, приглашение принято. Елена Веснина, приглашение принято. Каное. Алексей Коровышков, приглашение принято. Захар Петров, приглашение принято. Олеся Ромасенко, приглашение принято. Плавание. Евгений Самов, приглашение принято. Нет, мы не будем их ругать, потому что это бессмысленно. Им все равно. Просто мы все должны знать их имена. Дело полезное, потому что когда они захотят занять руководящие должности в околоспортивных структурах России, а они непременно захотят или подсесть на рекламный в том числе и коммерческий гос. Контракты, их сегодняшние поступки не должны быть забыты. Раз уж они птицы мира с белоснежным полотном, то пусть зарабатывают там, а не здесь. В этом году намечается очередная Олимпиада, которая якобы не имеет политического окраса. Тот факт, что МОК уже выпустил обязательные требования к спортсменам из России, наши западники как-то ловко обходят стороной. Ведь не должно же быть никакой дискриминации в теории. Все равны, но некоторые, видимо, равнее. И как в головах любителей Запада уживается одновременно желание быть униженными и любовь к своей? У меня лично понять не получается. Как по мне, в принципе, люди, поддерживающие сейчас участие наших спортсменов в грядущей Олимпиаде, слегка утратили связь с реальностью. И ладно бы речь шла о простых людях, но ведь некоторые наши чиновники одобряют все это. Министр спорта заявляет, что нельзя ни в коем случае игнорировать такие мероприятия. А почему, собственно, нельзя-то? Я даже знаю, какую опять нам в десятый раз расскажут сказку. Люди готовились, ребята старались, и это их шанс. Хорошо, но вообще-то тысячи людей сейчас ведут такую жизнь, которые как раз не готовились и вообще собирались прожить несколько иначе свои годы. Или может чиновники не в курсе, что именно происходит и что делает Франция? Так пусть новости почитают, посмотрят. Президент Франции вообще-то прямым текстом все давно озвучивает и не стесняется. Никто и ничего не скрывает, и у меня невольно возникает вопрос. У людей все в порядке с головой? Это насколько же нужно сейчас быть беспринципным для поездки в Париж, что можно закрыть глаза вообще на все? Нет, я не задаю тут вопрос, я констатирую факт. У нас в спорте давно пора наводить порядок и что-то делать с людьми, занимающими серьезные должности. Как минимум, потому что одобрение визита в Париж наших спортсменов граничит с полной утратой адекватности. Да, уже наши гимнасты заявили, что не поедут туда, отказались ехать боксеры, ликотлеты тоже сказали, что им там делать нечего. Но зато министр спорта утвердит, что нельзя ни в коем случае бойкотировать мероприятие. Пока в Евросоюзе выдумывают новые способы блокировки поступлений российских природных ресурсов, поступающих в государство Европы через вторичные рынки. «Газпром» подписывает очередное важнейшее соглашение с национальной газовой компанией Ирана о проведении отечественного природного газа в страну через трубопровод. Также глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с иранским нефтяным министром Джавадом Ауджи. На конференции были обговорены вопросы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и нюансы реализации существующего договора. Отметим, что запасы газа на территории Ирана есть, причем довольно внушительные. Однако, несмотря на это, восточная держава испытывает существенный дефицит сырья из-за высокого уровня его потребления. Для наглядности, соседняя Турция ежегодно расходует в 5-6 раз меньше газа, поскольку не использует его в качестве основного энергетического источника. Сотрудничество России и Ирана сулит выгоду для обеих стран. Так, российские корпорации смогут освоить новое и перспективное направление на рынке, а Тегеран получит возможность безболезненно покрыть нехватку голубого топлива в более чем 250 миллионов кубометров. В иранском правительстве еще год назад высказались, рассчитываем на объемные поставки природного газа из Российской Федерации. Да и нефть было бы неплохо, заинтересованы в Тегеране и в отечественных нефтепродуктах. Еще одно преимущество для нас – Москва через Иран сможет выйти на другие крупные государства, готовые торговать с Россией. Самый простой пример ⁇ Туркменистан и Катар, уже давно грезящие о создании прочного газового хаба в регионе. Напомним, что наш вице-премьер Александр Новок еще год назад предлагал добывать сырье в южных землях Ирана в рамках все того же хаба. Получается, что сотрудничать все вроде как согласны. А есть ли сейчас подходящая и надежная инфраструктура, которая позволит реализовать планы по созданию газового союза в ближайшем будущем? Не придется ли протягивать всю эту сложную конструкцию через соседствующий Азербайджан? Да и почему бы иранскому правительству не покупать ресурсы у Баку без посредников? Что мешает Тегерану проводить закупки из Туркмении по той же схеме? Ведь согласитесь, Туркмения территориально располагается намного доступнее России. Ответ на список этих вопросов по сути один. Все газовые проекты на Востоке продвигаются нехотя и со скрипом. Так, даже благополучно открывшийся проект газификации между Ираном, Пакистаном и Индией функционирует достаточно вяло и требует большого количества доработок. Что уж говорить об Азербайджане, свободных мощностей в стране нет, а все те, что в скором времени дополнят уже существующие, отправятся в распоряжение Евросоюза и НАТО. Рассчитывать на техническое оснащение Туркменистана, понятное дело, тоже не приходится. К тому же, в столичном Ашхабаде к Тегерану относятся с большим опасением из-за санкционных пакетов, наложенных на Иран Соединенными Штатами. Да и в целом Туркмении нужно разбираться с целым комплектом пакетов нереализованных газовых договоренностей с Европой, Афганистаном и Пакистаном. В общем, если сотрудничество с Ираном и произойдет, то точно не в ближайшие пять лет. Про непосредственное создание хаба говорить пока рано. Проект, можно сказать, находится на стадии идей. Но что можно утверждать совершенно точно, помимо очевидной выгоды газовое соглашение принесет нам ключ к договору с Индией. В Дели неоднократно обращались к «Газпрому» за помощью в строительстве нового газопровода. Теперь же через Иран Россия сможет отправлять голубое топливо к берегам Индийского океана. Финляндия тонет в новых проблемах, закупать лес и газ в Канаде сверхдорого, а в России уже не получается. Вот знаете, заметил я одну приинтересную вещь, любит нас Запад обвинять во всех грехах. Меж тем, Финляндия тонет и тонет в проблемах, на этот раз новых, а почему? Они из-за нашего участия, скорее наоборот, из-за безучастия. Не так давно наших граждан возмутил новость, когда европейские политики, в том числе и финские, стали выступать против въезда русских автомобилей в страну. Да вообще речь шла чуть ли не о том, что турист должен быть чуть не в трусах, потому что с собой ничего не разрешается возить. Потом, вроде как, передумали, остановились только на машинах, но осадочек остался. Меж тем, такое решение местных законотворцев вряд ли можно считать разумным по отношению к гражданам Финляндии. Почему? Да потому, что этими самыми санкциями политики больше себе насолили. Да только расхлебывать это все простым гражданам, которые дополнительно и покупатели из нашей страны потеряли. С продажами проблемы решение властей о запрете въезда русских автомобилей сильно ударило по бизнесу, особенно по малому. И из других стран Европы за этими же товарами очередь не стоит. Ко всему, сильнейшим ударом стало и решение нашей страны о прекращении поставок леса в Финляндию. Это, ведь, не только мебель, но и тепло. Ведь немало домов в Финляндии отапливалось нашими российскими дровами. Конечно, кто-то может справедливо заметить, что наша страна не единственная, кто занимается поставками древесины. Ведь, в конце концов, есть же Канада, где качество сырья также прекрасное. Да вот только есть проблема. В Канаде закупать лес очень дорого, даже сверхдорого, учитывая еще и стоимость логистики. Если взять ту же самую лиственницу, то в России ее можно было купить по цене 600 евро за кубический метр. В то время, как в Канаде за тот же объем придется отдать свыше 1000 евро. Финские строительные компании уже предлагают кризис и банкротство многих организаций в отрасли. В скором времени эта волна дойдет и до остальных сфер производства, это лишь вопрос времени. Хотя буквально полгода назад финский президент докладывал, что в случае подобных ситуаций США не останется в стороне и поможет Финляндии вкусными ценами на древесину и деньгами.